Хитрый бог войны Арес на протяжении многих лет мучил два народа, загоняя их в вечную борьбу друг с другом. Но пришел момент, когда бог всех богов пробудился. Зевс снял красную пелену войны с глаз правителей этих двух народов. И теперь Спарта и Афины в одном мощном союзе готовы противостоять любому врагу, кто встанет на их пути. Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, а также мой несменный товарищ и коллега The Dog Father. Всем привет, друзья. И мы продолжаем играть в игру Total War Rome 2. Мы играем за Спарту и Афины. В прошлой серии мы начали собирать войска и собираться в поход на Ларису Ивановну, которая находится выше нас. Ну, в этой серии постараемся все же туда дойти, повоевать. И может или укрепимся там, или отправимся дальше на Аполлонию, а захватывать ее будем уже в следующей серии. В прошлой серии мы закончили на мне, я все свои деньги потратил. И, в принципе, передаю ход дальше. А сколько у тебя денег, кстати? 85 копеек. Я вот думаю, как тебе твою полторашку отдать. Я уже забыл. У меня доход 252 всего. У меня 650. 650? Да. Тебя, наверное, войско просто больше, чем у меня намного. Да что такое? Что происходит с камерой? Блин, я не хочу смотреть на остальных. Я хочу смотреть... Да что ты будешь делать? Наверное, ты на них смотришь, потому что они мои эти торговые партнеры. Уроды они. Потому что я не торгую, и ты не должен торговать. Ты должен меня поддержать в этом. Ты должен разорвать все эти и сидеть, как я, без нихуя просто. Я со всей своей торговли всего поднимаю 252. Понимаешь? А я поднимаю со всей своей торговли. Ну-ка, у меня торговля там. 81 с тобой. Все. Так, твой ход. Мне не нравится, что моя армия не может двигаться, потому что меня постоянно, как крыс, травит эта скотина. Вот просто как крыс. Они не могут ни двигаться, нифига не могут. Они просто стоят у меня на месте. Нахрен тогда мне нужны, я просто всех убью сейчас. Не надо так горячиться. Ты сейчас вообще можешь двигаться? А, ты сейчас не можешь ходить. Твой ход вообще, а вообще у меня армия стоит. То есть, понимаешь, зачем мне спартанцы, которые не то что сражаться, они даже двигаться не могут. То есть, так просто... правильно, их травят. Ну да, как крыс. А они стоят такие, как... и хавают просто это все. То есть какая-то конченная баба с какого-то племени собак. Я не знаю даже, кто это. Эпир. Кто это вообще такие? Эпичные пировальщики, может. Да, такие. И они травят меня, понимаешь? Травят. Жизни не дают. Кстати, у меня доход общий с торговли 261. Кто ж у меня жрет-то все? Ну, армия у тебя, смотри. Армия 1955. Ну вот, у тебя 12 отрядов плюс 5 отрядов, это 17. Содержание флота 374. А, еще тебе выше флот. Угу. У меня армия 1700 хавает, хотя у меня отрядов чуть больше, чем у тебя, но без флота я имею в виду. Но у меня же там какая-то расовая, типа, ну... Содержание, да? Да, не, да, не да, же, меньше, типа. Да. То есть я их могу содержать, но они не могут у меня ходить. Я считаю, в принципе, охуительная задумка. Мол, ты платишь меньше, но ты не ходишь. Лучше бы я платил и больше, но я мог ходить. Я просто не знаю, какую-то паскуду как бы выловить и как ее наказать, потому что... Она на моих этих дурачках, как бы, раз это, скажи мне,
Раскачалось, да? Да. Походу... Ага, да. Просьба союзника. Новое задание. Мы согласны стать инструментом судьбы. Убить следующего персонажа. Мирей. А где ты, Мирей? Я а там на лупу нажми. Ага. Он аж... Сейчас я нарисую. Вот тут аж. Видишь? Ого. Нифига себе. Ну, делать мне больше нехуй. Мне дали 6 этих. Скажи мне. 6 ходов на это. А награда какая? Сейчас, подожди. Пока 500 я могу, пока я могу двигаться. Да, да, вроде да. Сейчас. Да, да. Ты подымаешь больше. Вот именно. Но они решили, что так будет лучше. То есть, вот если я это сделаю, то просто будет двигаться. Кстати, ты обратил внимание, что корабли-то его... Ко мне плывут. Да. Корабли-то его корабли, скажем так. Философски. Ну все, я заканчиваю ход. Я выставлю, пока они могут ходить. Поставил... Да пусть только сунется ко мне. Я его быстро на место поставлю. У меня там и флот, и армия, и гарнизон. Все дела. Короче, из-за твоих торговых отношений меня, блядь, как шлюху кидают по всей карте просто. Из-за этого, мне кажется, у меня лагает. О, вышел этот меня встречать. Давай свои войска подтягивай ко мне, хотя бы, чтобы они рядом стояли. Да без проблем. О, Анфея. Ну, конечно, ты кореша, я вижу, по торговым путям. Да? Торгуете, да? Там деньги варят. Не, я с ним не торгую. У меня с ним эти плохие отношения. Ну, нейтральные. Ухудшаются постоянно. Угу. Потому что тебе, наверное, завидуют, что у тебя есть такое, хотел сказать, матершину, но передумал. Потому что у тебя есть обалденный просто союзник. Все, мне куда-то нет. Строительство завершено, путь перекрыт. Дипломат. Вывели тебя. Ой, дипломат, говорит, шпион. Вдова дела. Че, диверсию сделать его войскам? Попробуй. Есть, кстати, такая фишка — перехват приказов. То есть я буду видеть, куда он идет и зачем. Ну, у меня шанс 35 всего. А отравление пищи 52. Ну давай, чтобы он хотя бы там остановился. О, прикинь, получилось. Получилось. Что, он не может ходить или что? А, вижу, он отряд он траванул войска, еще поднял себе уровень. Подведи полководца своего. Ща. Хотя мы, по идее, и так должны. Давай я подведу его. Кстати, вот когда ты берешь армию свою, и куда-то двигаешь, правой кнопкой мыши зажимаешь просто, но не отпуская. И у меня будет видно твоя стрелочка, то есть куда я могу подойти, и будет ли она в зоне поддержки твоей армии, типа того. Вот, например, здесь ты достаешь. Так, что я хотел? Флот. Пару кораблей надо нанять. Потому что, смотрим, все ближе и ближе подкрадывается. Один корабль нанял, больше денег нет. Так, подожди. Исследование еще не забил. Тебе дать денег? Не-не-не-не-не, не надо. Я и так должен. Ты прям как этот... Банк ФРС. А потом ты такое как бы забыл, да, и там через время спартанцы твоих ворот. Ага. Так, Ларису Ивановну ты себе берешь, да? Давай сначала разобьем его. А что там это? В любом случае... А может, я думаю, разбить его, а потом захватить Аполлонию, сразу туда пойти? Там город-то больше. А, ты сразу на Аполлонию хочешь?
Да, ты его захватишь, а потом я спокойно вернусь и То есть Ларису на не туда обратном отправить. пути Ларису возьму. А, я понял, хорошо. То есть пока он здесь силы свои сконсолидировал. Это ж не все, ясное дело. Ну, у него там в городе, наверное, еще один. Ну да. Блин, я думаю, что улучшить. Бонус к натиску. Или гражданское что-то. Рос во всех провинциях. Ладно, вот это сделаю. Слушай, я вижу жесткие булки, тогда, которые выше немножко. Так, тайный агент раскрыт. Македония, что ли? Угу. Войска набраны. Население увеличено. Строительство завершено. Так, а я могу что-то с ним сделать своим агентом? Диверсия в войсках. Отравление пищи. Блять, провалилось. Ну, уровень подняла зато. Беспомощная женщина. Ну, правильно, гнобите их там в своей Спарте. Вот они и беспомощные. Сами в себя не верят. Это кошмар какой-то, блин. Ладно. А у нас здесь феминизм, все дела, толерантность. Так что, мне на него что ли идти, или как? Или куда мне подойти к нему максимально близко, но не наступать, да? Подойти максимально вперед, но чтобы я на подхвате был. Вот так вот, короче. Я подтяну твой ход следующий. Его ход следующий. Ох ты же, блядь. Так что, вернуться? Чуть-чуть назад, чтобы стрелочка желтая была между нами. А как ты там учил правую кнопку, да, зажимать? Да, зажми и желтую зону двигай ближе ко мне и увеешь там Надо, стрелку. чтобы... А, ну вот она где-то аж тут начинается. Вот тут. Правильно, посмотри. Ну, я сейчас, наверное, не смогу увидеть. А, да, вижу, вижу. Да, все. Я на подхвате. Может, все-таки завернешь в Ларису? Или идем дальше? Ну, давай посмотрим, что он будет делать. Если он назад уйдет, возьмем Ларису. Идет сейчас. Мне кажется, у него очко сыграет. То есть, извините, господа, он как бы... Испугается Он и убежит. испугается, да, и убежит, как благоразумный полководец, потому что он будет знать, что он может понести потери, как бы несовместимые с его дальнейшей карьерой, поэтому он просто развернется и отойдет назад. Вот он поплыл назад. Не понравилось ему то, что я там. Ну, вон его войска, которые сейчас будут Ларису О, защищать. ты смотри, видишь, он куда ушел? Угу. Он на Македонию пошел. Да, наверное, пошел им под... На Ой. моего хозяина. Он, наверное, пошел с ними просто налаживать Да какой там он с ним войны? интимные связи. Все дипломатию надо посмотреть. Македония с ним в войне или нет? Ты за хозяина и двор стреляя в упор? Лариса, доход 91 всего. Какой Ну, бедный город. у меня 81 от торговли. Так что давай обойдемся вот эти бедные и не бедные. Персонаж приобретает дурную славу, доброе знамение. Имя одного из ваших людей у всех на устах. К худу это или к добру покажет время. А это Блин, типа, должен слушай. решить там дела свои. А вот этот яростные химеры, который слева от нас, он нам наратовый, он нас победит. У него Подожди, конница. подожди. Слоны. Слоны? Да. Не, ну если мы вдвоем будем, он просрет, мне кажется. Ну так у него два отряда. 13 и 14. У меня 13, у тебя 12, если не ошибаюсь. Да, 12. Короче, мне тут, ко мне тут жрица бури пришла. Прибыла жрица из бури.
из буры. Жребий оракула предсказал нашему народу процветание. Это нужно отпраздновать, заклать белую овцу, заклать корову, ничего не делать. Чем не делать? Разве? Ну, заклать тут, наверное, заколоть, типа. Ну, скорее всего, да. Ну, мне кажется, просто праздновать. Праздновать, ну, это всегда хорошо. Ну, хорошо, будем праздновать. Спартанские гоплиты. Это если я построю, я не буду доступны спартанские гоплиты. Ты еще не забывай делать назначение. В смысле? Вот открой фракционную вот эту вот херню. Там у тебя будут персонажи твои. Да. Нажимаешь на одном из них, и там будет кнопка «Назначить». Ни одному из них невозможно назначить. Ну, это пока, наверное. Когда твой ход будет, посмотри. Угу. То есть это повышает их авторитет или что-то такое. Так, я вот сюда подойду. Или мне в город взять? Нет, давай город не будем брать. Мне кажется, он вернется. Вот, вот этот вот. Подойди посланник к нему. Подойди максимально близко к этому. Еще ближе подойди, насколько можешь максимально. И я нападу, и ты как раз меня поддержишь. Надо будет... Мой ход следующий. Да. Правильно? Да, мой ход следующий. Короче, сразу сейчас готовься. Разминай как бы все, что там. Это сейчас будем с ним драться. Сейчас диверсию еще одну сделаю. Блин, не получилось. Ну конечно, а меня 3 раза как крысу отравили. Ну они, видишь, они мастера в этом плане. Яростная химера. Яростная химера будет драться против тех, кто приходит сзади и не такие, как все. Македония с ним не воюет? Ты прикинь? Значит, он просто право прохода может. Я не понял. Ты что, с Македонией в оборонительном союзе? Да? Спарта. Уверенный, агрессивный. Это я? Верный, да. А как в жизни прям? Жизнь. Короче, уверенный, ты агрессивный. Военный союзник со мной и с Кносом. И оборонительный союз с Македонией. Хуй. Ты, значит, с моим хозяином там, да, дружишь? Я, если честно, в душе даже, ну, то есть, я даже не догадывался. Да ладно? Я не смотрю. Что же отрицать? Я не участвую в этой политике, в этом грязном деле, то есть, я просто, у меня нету нечем торговать, я просто, просто Мари. Так, исследование завершено. Так, персонаж приобретает дурную славу, доброе знамение, окей. Новый домочадец, ага, хорошо. Новая фракция. Адрисское царство. Новая особенность. Полковник Диадохов. Херню какую-то от меня хотел. Так, я хотел себе вот здесь, если я не ошибаюсь, чтобы выйти. Я хотел выйти. Я хотел выйти. Вот это вроде. Нет. Пускай будет вот это. Персонаж. Селена. Прибыла жрица из буры. Жребий оракула предсказывает нашему народу процветание. Вот-вот, ко мне тоже пришла. Нужно отпраздновать. Так. Ну, я люблю... Точнее, я могу назначить любого из них. Лучше назначать того, у кого больше влияния, да? Ну да. Ну я вообще всех назначил. Видишь, там, если назначение наведи просто мышку, и там будет написано текущий уровень, то есть на какой он должности находится. И следующий. А я могу всех их назначить, да? Ну это смотри, это денег стоит. Так.
Так, они все будут работать или я заменяю их? Нет, нет, они все там по иерархии идут. Хорошо. А вот это, как я понял, особенности, навыки. Ладно, это все херня. Короче, ты готов драться? Готов. Блин, ну у него слоны эти. Ну, наемная тарентийская конница. Пикинерного бранца. Ну, надо нашим дорогим товарищам. Подожди, ты попробуй отравить. Ну ладно. Уже все. Поздно, да? Все, он отойдет, наверное. Подкрепления нету. Как это нету? Ну вот так. Я ж с ним не воюю. Я же ему войну не объявил. Отходи назад. А ты не можешь как-то там попросить меня? Саша, тебя прошу. Отступление, да? Так, да, отступай. Нажимай тоже отступить. Да я не могу. А все. Мне же ему войну надо пилить, я забыл. Тупанет, походу. Так еще раз отступишь. А если не будет возможности? Ну, может лупануть вообще-то. Как это мы с тобой находимся в оборонительном союзе? Я лезу драться, а ты стоишь смотришь. Охуительный оборонительный союз. То есть очень шикарный. Военный у нас. Даже военный. Он этот уехал. В город убежал, этот в этот, в Ларису смотался. Он же в Ларису еще не дошел. Давай, думаешь, разворачиваемся, да, и думаешь, его разбить? Да. Хули там тянуть. Пока он не дошел. Надо занять Ларису и потом в ней отбиваться. Правда, мы не успеем, потому что наши войска будут побиты. Как... Ладно, неважно, как кто. Не, у тебя не будет сейчас потери никаких? Нет, я говорю, если мы сейчас Ларису будем брать. А, ну да. Просто ее надо сразу брать штурмом. Ну то есть... Так. Мне ему что, войну объявлять? Ну да. Может, ты еще с ним оборонительный союз заключишь? Боже, ты куда попал? Ага, что тут? Да, надо как раз посмотреть, что там у этого Энцо. Энио, точнее, посланники Энио. Не удалось. А что ты хотел? Ну, задержать его как-то. Подводи свои войска к Ларисе. Мой свет, мой ход за тобой. Да не так же. Саша, я ж не успею подойти. Хотя ты в осаду взял его? Да. Ну сейчас мы ход. Окружил его город. Хорошо, сейчас попробуем. Ну тогда сейчас подойду к тебе. Блин, мы молниеносно могли раздупить того с конями. Ой, с этими, со слонами. Политиканы, Спарта, жрицы буры, боги. Ты попробуй остановить того своим агентом. Да, сейчас. Как его там, посланников Энио. Явей себе войска, отравление пищи. Да, удалось. Получилось. Да.
Ну, это он же их не останавливает, а просто войска ему подтравливает немножко. То есть он гоплиты, ополченцы, метатели дротиков и гоплиты, они у них по половину отряда. Ну хорошо же. Согласен. Так. Чем меньше, тем лучше. Ну все. Быстро, стильно, молодежно, модно. Ну, сейчас, наверное, подведет. Александрия, 1246 доход из одного города. Он оставил этот город на съедение нам, пацанам. К нам снизу идет его же отряд, только он пустой. То есть у него три отряда, да? Ну или он тут, ну да, получается три. Но этот пустой, как я понял. Кентавры. Вражеская армия, командир. Посмотрим. Не боевые потери. Че, голос, что ли? Ваша армия несет потери в связи с осадой, короче. По одному человеку погибло почти в каждом этом. Ну это терпимо. Видишь, сверху меня там черепок красный горит. Ага. Саша, Че, я там атакую? до капитуляции один ход остался. Будем держать до последнего. Ну а чё тут? Ну, хорошо. Он или сам выйдет, или мы нападем, какая нахер разница? Объявлена война. Вифиния Галатия. Насрать. Рей полководец, сомневающийся в религии. А что это он так у тебя? Оказавшись вдали от храмов, ваш полководец начал сомневаться в существовании богов. Переселите его, пока он не заразил местных жителей опасными мыслями. И че он там, от храмов он далеко, он, блядь, в Спарте стоит. Дурак, что ли? Поменял бы свое мнение. Ленина взращиваешь там у себя. Не, слышишь, далеко, говорит, не был на этом. Смотри, что делает. Так кто, Македония? Да. На тебя? Твой союзник. Он мне не союзник. Трезубцы Посейдона. О, видишь? Вылез, подлец. Вылез, вылез. Не отдал просто так. Так, сражайтесь на поле битвы, конечно. Да у него там одни какие-то рабы. Толпа, толпа. Ну, Про 234 против больше. Как там твоих звали? Ну. у меня сейчас построится здание, я смогу эвакуировать. Это вы нормальные, четкие, взрослые, вот, блядь, этими здоровыми, этими, такие вот. А нет, там, бродище какое-то, непонятно. Ожидание завершения загрузки игроков. Саша, мы тебя ожидаем. Ожидайте, без меня Так. никак. Ну да, это получается он на тебя ж напал или на меня? На меня. Отлично, значит я как подкрепление. Значит, я как подкрепление. Ну ты же там все как надо делать, ты же там шаришь, там поставь войска, свои выстрелы, формацию, какую-то там постройку, перестройку,
Кстати, а теперь твоя тактика с конницей здесь не сработает, мне кажется. Да у меня и конницы нету. Мне кажется, она сработает в любом случае. Нет. Если она у меня будет. Для начала тебе еще нужно загрузить. Согласен. Ну, у тебя еще осталось 230 секунд. Я думаю, за это время можно съездить до Сан-Франциско и обратно. Так что успеешь. Можно было бы, конечно, эту битву провести в автомате, но хочется как бы экшена, хочется боя. Хочется каких-то приключений, что ли, типа такого. Ожидание завершения загрузки. Саша, ну ты уже близко? Пока нет. В смысле? Сколько у тебя загрузилось? Грузится потихоньку. Ну, много еще осталось? Немного. Хорошо. А сколько там времени? 170 секунд уже. Ты заставляешь меня волноваться не на шутку. Что там какие-то кнопки нажимаешь? Не нажимай ничего. Не мешай ему грузиться. Сорок секунд. Товарищи, это может быть спойлер. Ставьте свои комментарии. Как вы думаете, Саша успеет загрузиться, да или нет? Да успеет. Все успеет. О, пожалуйста. Пожалуйста, да, так типа ты и рассчитывал, да? Это была такая, знаешь, интрига. Ага, до последнего, да? Что, начать битву? Я готов. Ты-то, может, и готов, а я еще нет, понимаешь? Оно все равно минуту только дает. Зачем стоять там, когда можно подвести чуть-чуть поближе? Ну да, логично. Сейчас мои спартанцы зайдут. Смотри, у нас выгодное положение. Это он напал. Значит, он на нас будет выступать. Нам прибыло подкрепление. Я так считаю. Сейчас, смотрите на этих афинян, смотрите, какой-то у них этот шмель, блядь, лохматый нарисован на щитах. А, это ты, я думал, это враг. А где он вообще? Не знаю. А теперь смотрите на этих орлов, на этих спартанцев, смотрите на них. Просто, ну просто вот класс. Молодцы, умеют. Он где-то вот здесь. Угу. Наверное. Я тебя понял. Мы выдвигаемся. Я постараюсь вот этот холм занять. Да там 200 человек, я предлагаю просто всех кинуть вот так и задавить их на... Перестрелять. Ну или перестрелять, да. Зачем? Там... Зачем это? Парней своих подвергать какой-то опасности. Опа. Они рождены, Опа. Чтобы умереть в бою. Вот и враг. Че, ты выскнул тебя? А, он прячется. Да, он в кустах засел. Так он вон от тебя. Он сзади тебя. О, нет, подожди. Справа от тебя заходит, Саша. Я вижу. Это толпа. Сейчас они разбегутся. Мне ускоренным шагом бежать или так? В принципе, как хочешь. Да, можешь ускоренно, можешь пацаны, не спешить. Смотрите, друзья, смотрите на этих орлов. О боже, моя засада обнаружена. Твоя? Ага. Напал на наших союзников. Смотри, он меня обстреливает.
Ну, говнюк. Особенно пикинеры бегут. Толпа особенно такая, ну, грозная. С ножичками. Прям бесстрашный. Угу. Мы почти подошли. Отходи, отходи, я тебя прикрою, отходи. Не получилось их просто обстрелять. Ну, не считай, херня случается. Да надо дать пацанам размять как бухние мышцы. Смотри, что делает. Ну, вижу. Только за тобой гонится. Че там, как у тебя дела в лесу происходят, скажи мне? А держится. Не ебу. Так, это кто тут у них? Пращики ждут боя. Сейчас я вам, блядь, бой. Сейчас я вам дам бой. И сейчас я не только бой дам. Меня, блядь, получите. Сволота такая. Нифига тут с лесу на меня посыпалось. Интересная такая штука. Так, этих на сюда закинем. Так. Да, спартанцы кричат мои солдаты. Давайте, ребята, зажмите его. 15 человек. Все, он побежал уже, военачальник. Он единственный мой отряд, так нехило потрепал, это прашники. Вот который он догнал. Уже походу играться не с кем. Куда ж ты смелый такой? Ты ж вышел того, что с нами драться. Куда ж ты теперь бежишь? Давай ускорим. Опа, не возвращается. Нет, опять бежит. Ёлки-шпалки, что ж ты будешь делать? Догонят, бедняга не знает, что делать. Ага, или драться, или бежать. Не, бежать. Мои уставшие просто. Очень уставшие. Я бы так сказал. Он типа останавливается, стреляет и убегает опять, да? Да. Смотри, твои стоят тупо. Где? Вот здесь. Это я их остановил. Потому что тебе бегут сразу, видишь? Угу. Ну они стояли, а эти в них стреляли. Ну все, тебе забежали. Наша засада обнаружена! Какая засада? Я нигде не прятался. Вот так вот. О, догнали. Мои там обстреливают. Потихоньку. Побежал. Один отряд я догнал. Один из человек осталось. Полководец самый первый бежит. Все какие-то шляпах одеты, блядь. Что это? Что у них на ногах? Что это такие? Хитрые, я не знаю. Сложно назвать людьми, да?
Не, ну мои тоже все подуставшие. Очень устали. Ну все это. Бред. Победа. Ну блин, огрузились дольше, чем дрались. Человек. У меня два. Да. То есть мы можем первый бой принять там, а так как у тебя и должны будут, скажем, гарнизон какой-то своими двумя армиями, он нападет, ну, останется. Так, ожидаем тебя. Ну тут уже, в принципе, так понятно, что Лариса Ивановна сосна. То есть проиграла битву. Но это еще не однозначно. Может, он еще отобьет город. Но ну, отобьет, не отобьет. Будем надеяться, то, что этого не случится. В любом случае, пока его армия придет, мы можем насиловать его женщин и детей. В городе. Ну, как бы не насиловать, а совершать акции сексуального характера по отношению к жителям этого города. А может вообще давай снесем до основания? Здесь это возможно? Здесь, по-моему, нет. Жаль. Помахались. Так. Убить пленных, взять в рабство или освободить? Поработить. Да нет, зачем мне? Я казнил, короче, всех. Он вышел. Вот он рядом уже стоит, на ускоренном марше идет. Если его сейчас перехватить, тогда бы у нас было преимущество. Ну город-то мы взяли, можем сразу туда отправиться. Какая разница? Ну да. Я бы сейчас, конечно... А, нет. Думал этого. Пела пустая. А там, оказывается... Два отряда, ты хотел пелу? А, подожди, есть разрушить-то основание. Да ладно, забирай себе. Полководец качнулся. Гарнизон выставлять? Выставляй. Он придет за нами. On the move. Your next command. Get the stakes up! Может, немножко наемников всех подкинуть, как думаешь? Да, думаю, не стоит. Ну смотри, если у тебя деньги позволяют, то можешь. Ну, 1700. Есть, ну, пару отрядов можно кинуть. Хотя бы сам бы дешевый 225 вот эти вот. Все, хотя бы так. Пускай это. Ой, я ж, блин, вот дурачок, я ж не могу даже выбрать. Вот, менять. Сразу почти на 300 копеек упало. Это. Моя добыча. Ну что, дорогие друзья, мы взяли Ларису, заняли круговую оборону. В следующем видео мы, наверное, скорее всего, подеремся с яростными химерами.
под Да, которые предводителем. идут по нашу И душу. да, они идут явно за нами. Но у них хотя бы, да, у них есть наемные африканские слоны, что не радует. Ну, постараемся дать им бой. Если мы выиграем этот бой, нужно будет быстренько реабилитироваться и взять Аполлонию. Ну, это будет в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки. Смотрите наши остальные видео. Всем до скорых встреч. Да, друзья, оставляйте комментарии. Смотрите наши видео. Не только по Rome Total War совместно, но и у нас другие игры есть. И Hitman, и Мафия первая. Так что ждем вас на нашем канале в качестве постоянных зрителей. А на сегодня все. Всем пока.